Амичи пожаловались на качество ремонта дороги и тротуаров по улице Жукова. Пост опубликовали в соцсетях. Работы на одной из самых загруженных магистралей города провели в 2021 году по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Стоимость – 150 миллионов рублей. Подрядчик – компания «Артремстрой». На объекте обновили дорожное полотно и тротуары, обустроили ливневую канализацию. Однако амичи уверяют, система не справляется. Пешеходы вынуждены идти по затопленным участкам вблизи проезжающих машин. А постоянная влага разрушает плитку. На жалобы горожан отреагировали в мэрии. Чиновники сообщили, проблемный участок оценит специальная комиссия. Ремонт проведет подрядчик в рамках гарантийных обязательств.